Друзі, а це Вова Дантес. Вова. Добрий день. Ну, по-перше, сережки – це доповнення образу? Слушай, на самом деле, тот самый... Мовчика, це ти точно зараз? Так, це я. На самом деле, это же не конкурс, как там, один в один, так. Чтобы мы не должны полностью показать, мы должны просто снять какие-то узнаваемые истории. Угу. И не хочется никому быть один в один похожим на персонажа, угу. А классно пародировать именно какие-то фишки. Мы, конечно, что-то взяли от Михаила Михайловича, но большинство мы просто делали смешных гэков, которые, как мы думали, что мог бы сделать Михаил Михайлович. Ну, по-перше, размер грудей совпадает? Не знаю, но мне так жарко, вы не представляете. У меня там все течет вообще. Течет від чого? Від задоволення? Від Михайла Михайловича, то, що він вийшов. Вов, слухай, ну ти реально не знав, що вийде Михайло Михайлович. Короче, я вам розказую, ви просто знали. Так, ми знали про те, що буде попласти. І всі дуже сильно це зберігали в секреті, щоб Вовка не дізнався. Вовка не дізнався. Вот, короче, розкажи. Ти зараз задержка, це ти про кого? Про Надю чи про попласти? Розкажи, що насправді ти відчув в той момент, коли побачив Михайла Михайловича? Бо зреагував ти дуже круто. Так, слушай, ну це хорошо, що є привичка вже, ну не перший раз на сцені, що на все продолжать, ну, типа, мы снимаем, нельзя останавливаться. Але но было трошки таке. Должна... Конечно, я поворачиваюсь, у меня должна быть саксофонистка, которая, ну, я сейчас спрашиваю на репетиции, будет? Будет, конечно, все будет. Я поворачиваюсь, сначала подошла одна девочка, я все нормально, и самый прикол, что я вот так вот хлопал и пел, и Михаил Михайлович так же и вышел. А потом я поворачиваюсь к саксофонистке, а это и Михаил. А я думаю, что такая реакция? Ну, типа, прям, ну, поворачиваюсь. Думаю, ё-моё, как же. Оно с одной стороны очень круто, с другой стороны так неловко, когда захотелось куда-то спрятаться. И это было, ну, он крутой. Он крутой в том, что у него есть это чувство самоиронии, юмор, он веселится на полном. А як ти ставишся до того, що Михайло Поплавський би тебе спорджував? Да круто, слушай, он захватывает TikTok, у него подписчиков прям невероятное количество. Он, как он говорит? Виктора Ляма. Да, Вова, тренде, все в тренде, и, ну, и можно говорить все, что угодно, но цифры говорят сами за себя, и это, я считаю, каждый как он хочет, поэтому Михаил Михайлович, дрочь. А, дякую. Вов, ну, мы тебе дякуем, крутый костюм, все же треба повернуть по паску, это же его костюм. Нет, это не его, но все девочки, которые танцевали, это все костюмы. Вот вчера вышел клип у Михаила Михайловича, и была презентация, и все эти костюмы из этого клипа. Это все костюмы, колготы, парики, это все оттуда, все из института. Да. Во, мы тебе дякуємо, ну реально круто. Відпускаємо тебе готуватися. Спасибо большое, пошел приготовить. Вова вже готується до свого фінального виступу, тому що зараз буде фінал. Ви вже знаєте результати, ми поки що цих результатів не знаємо, але скоро дізнаємося і вітаємо вже нашого фіналіста і переможця.